Почему ты слаб? Эй-эй, всем, ребят, всем привет! Давайте поаплодируем! Всем доброго вечера! Меня зовут Равиль Аскаров, и это наше ежевечернее шоу «Вечерний профсоюз». Этому еще раз отдельные аплодисменты, пожалуйста. «Вечерний профсоюз», он такой, тут самая правда. И я собрал вас здесь, чтобы сказать все самое главное. Слушай, блондинчик татарский, что всех смурфиков собрала? Опять вы. Ну давай, что, зачем пришли-то? Слушай, братуха, мы настолько воодушевились вот этим всем форумом в натуре, что мы, короче, вчера в процессе дружеского чаепития вечером решили организовать еще одну особую профсоюзную организацию, вторичную профсоюзную организацию. Вторичка! Ну все, ребят, ни вам, ни мне. 5 минут. Регламент. Ладно, татарский блондинчик. Итак, ребята, сейчас зачитаем устав нашей вторички. У нас самые лучшие лидеры, но мы их не видели. Хочешь ступай, не хочешь гуляй, нам пофиг. Нам пофиг, иди. Ой, что там так? Ребят, можно я тоже ступлю? Энтони? Встают по звонку, а у нас ложатся просто так. Наши лозунги настолько бредовые, что мы сами в них не верим. В нормальном профсоюзе за коллективное участие, а в нашей вторичке за полное безучастие. Нашим председателем является 151-й участник форума, но правда он не приехал, мы его не знаем, мы за него не голосовали. Профсоюзы активисты, а у нас пофигисты! На всех форумах есть модераторы, а у нас провокаторы! Вы спросите, как нас найти? Ищите палатки с трусами! У всех первичек делегаты, а у нас дегенераты! Наша эмблема изображена палаткой, из которой торчат ноги членов вторички, которые гасятся от зарядки. Еще у нас одна миниатюрка есть, мы сейчас покажем, как мы во вторичке с работодателем разговариваем, когда заключаем фиктивный договор. Но последнюю. Окей, окей, блондинчик. В общем, тема такая. Даешь зарплату? Да на краба! Такая шутка. Все, ребят, нет сил, вот все устали на вас смотреть, уходите. Подожди, подожди. И все, ребята, все, кто хочет вступить к нам во вторичку, пишите заявление, давайте, не знаю, кому найдете, кого-нибудь там сами разберетесь. Все, все, пока, ребят, проводите их уже аплодисментами, надоел. Тем под дождем, и сегодня мы только вдвоем, между нами тает лед, пусть теперь нас никто не... Ну, а если серьезно...